Каждому предприятию или организации нашего города необходимо модернизировать свою работу. Об этом заявил первый заместитель главы администрации Заречного Алексей Рябов на совещании с руководителями муниципальных учреждений. В плане инновационного развития в Заречном уже делается немало. Однако для того, чтобы проводить модернизацию по-настоящему, нужны поддержка и понимание большинства жителей. У нас построен и функционирует инновационный бизнес-инкубатор, ведется работа по формированию приборостроительного кластера. Ведется работа сейчас по созданию финансовых механизмов, инвестированию в венчурные инновационные проекты и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что там определенным узким кругом каких-то людей, должностных лиц, такую большую, достаточно серьезную работу, задачу не выполнить. Первый заместитель мэра Заречного подчеркнул, инновации могут иметь место во всех сферах общественной жизни, от жилищно-коммунального хозяйства до образования. Примеры подобных нововведений уже есть в нашем городе. Скажем, внедрение систем глобального позиционирования в муниципальном предприятии «Автотранс», создание геоинформационной системы или работа электронного правительства. Алексей Рябов потребовал активизировать работу в рамках инновационного развития. Для этого в самое ближайшее время на каждом муниципальном предприятии должен появиться специалист, отвечающий за это направление деятельности. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».